Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Невидимая сторона. Благополучная белая семья берет к себе толстого, неграмотного, бездомного негритянского подростка и помогает стать ему спортивной звездой и поступить в университет. «Новый свет» 2005 года. Действие картины разворачивается в Америке 17 века, в поселении Джеймстаун. Главный герой фильма – исследователь Джон Смит и молодая индейская принцесса Покахонтас, которые полюбили друг друга. Несмотря на то, что между индейцами и британцами разгорается серьезный политический конфликт.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!